Всем привет! Ну, наконец-то декабрь. Мы можем готовиться к Рождеству, к Новому году. И я вас зову в этом году присоединиться в мой акварельный клуб. Я придумала его для всех, кто влюблен в акварель, кто хочет попробовать с чего-то начать или прокачать свои навыки, потому что да-да, будет много-много и интересно. Давайте я вам немножечко расскажу, что же это такое. В декабре мы напишем с вами серию рождественских новогодних иллюстраций на небольших форматах в разных стилях. Мы попробуем ландшафт, мы порисуем животных, предметы интерьера, там будут фонари, снег, птицы. В общем, все то, куда нас занесет вместе с вами наша фантазия. А, да, мы же еще собирались из бублика сделать зайчика. Я покажу вам, как создавать нетривиальные, неординарные новогодние иллюстрации. Это будет здорово для начинающих, потому что это будут быстрые работы, не сложные, не те, которые требуют кучу времени. Каждую из них можно будет сделать минут за 30-40. Это будет невероятный подарок, готовый к Новому году, который вы потом можете раздарить всем своим друзьям и знакомым. Вот уж они удивятся, ведь вы сами нарисовали все эти изображения. А для тех, кому мало только открыток, я зову присоединиться ко второй части, которая будет в январе. Да-да, у нас будет перерыв на каникулы. Несколько дней, чтобы походить по гостям, навестить родителей, съездить и повидаться со всеми друзьями и, наконец-то, съесть миску салата. А вот после Нового года, когда мы немножечко устанем от этой суеты праздничной, нам совсем захочется посидеть в одиночестве, помедитировать и порисовать. И вот. А может быть, кто-то вернется из путешествий, как я. Я уезжаю в поездку своей мечты, о которой я расскажу вам, кстати, попозже, куда в этом году я намылилась. Но об этом чуть потом. Для тех, кто захочет продолжение и углубиться еще больше в технику, поизучать и прокачать навыки серьезно, после новогодней иллюстрации, когда мы с вами разрисуемся в январе, мы сядем за выполнение финальной акварельной работы, работе о зиме. Наполним ее символами, смыслами, погрузимся и сделаем многослойную, сложную, а может не сложную, куда нас занесет. Я вам все карты сейчас раскрывать не буду. Но вполне возможно, мы включим туда и золочение, и графику, покомбинируем линию и пятно. Все то, что мы так с вами любим. Так что у вас есть выбор. Нарисовать со мной серию иллюстраций или погрузиться еще глубже и по окончанию новогодних праздников к Рождеству создать рождественскую акварель. Вот такая идея в этом году. Я зову вас, присоединяйтесь, будет необыкновенная творческая атмосфера. Мы, конечно же, будем все вместе общаться в творческом чате, поддерживать друг друга. Я буду отвечать на ваши вопросы. Да, и, конечно, разборы в прямых эфирах всех студенческих работ. Именно на этом мы с вами и учимся. Именно это является фишкой всех моих авторских программ. Вот такую историю я придумала. Кроме того, у меня еще есть несколько сюрпризов. Я повожу вас по рождественскому Лондону, покажу, как украсили город, мы посмотрим на витрины, повдохновляемся, а может быть, найдем кучу идей для нашей новой работы. А вот после Нового года я отведу вас на антикварный салон. Это просто кладезь для творческого человека. Все, кто ищет вдохновение, должны ходить на эти блошиные рынки, антикварные салоны, потому что там можно найти просто сокровища. Вот туда мы с вами и отправимся после всех праздников. Я вас зову присоединяться в мой акварельный клуб. А в этом году такая возможность вообще только раз в году, но в этом году он будет действительно особенный, поскольку ближайших программ я не планирую. Это последний шанс принять участие в моем курсе. Я вас всех зову, присоединяйтесь, и вы не пожалеете. Я знаю, что будет очень круто. Я по-другому не умею. Все, кто давно у меня учится, уже это все знают. Даже рассказывать не надо. Все знают, что это будет очень круто. Присоединяйтесь ко мне и встретим эти новогодние и рождественские праздники вместе и вместе с акварелью.